Метательные ножи поражают врагов издалека. Почему же он бежит, как угорел? Что он делает? Интересно, что он затеял? Похоже, он торопится. Почему не носится? Он точно кого-нибудь шибет. Куда? Почему он так торопится? Забирайтесь на высокие здания, чтобы осматривать окрестности. Отсюда выхода нет, его конец!
Я секунду его! Я! Не давайте ему уйти! Да! Убей его! سوف أنبهك إذا رأيته يمر بالجوار. لن يبعد كثيرا. Thank you.
Забирайтесь на высокие здания, чтобы осматривать окрестности с высоты. Высокие. Я! 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 Эй! Можно больше так не делать! Я! Больше так не делай! Мне больно. Я умри, неверный! Тебе не уйти! Kime boyun eğmek istiyorsun? Yapsız. Kime boyun eğmek istiyorsun? Yeah!
Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Это не должен знать. Кто мог сделать такое? Что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Вам больше не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. Талал знает о ваших бедах. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, честный труд. Небольшая цена за достойную награду. Мы живем в непростые времена. Пищи мало, денег нет, но вы не обязаны склоняться. Для тех, кто смел и решителен, всегда найдутся возможности. Талал знает о ваших бедах. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, честный труд. Небольшая цена за достойную награду. Мы живем в непростые времена. Пищи мало, денег нет, но вы не обязаны склоняться. Для тех, кто смел и решителен, всегда найдутся возможности. Вам больше не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. Мы живем в непростые времена. Пищи мало, денег нет, но вы не обязаны склоняться. Для тех, кто смел и решителен, всегда найдутся возможности. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Ты грязный разбойник! Да прими, Талах, твою душу! Какая мерзость! О, это хорошо. Мне нечего тебе сказать. Говорить со мной или со Всевышним? Решай. Ты не остановишь то, что он делает. Не остановишь. Что? Что он делает?
готовит их к путешествию. И куда же? Их держат на его складе. Когда придет время, их отправят в Акр. Где этот склад? И почему в Акр? Талал говорит мне лишь то, что мне нужно знать. Так безопаснее. Может быть, для него, но не для тебя. Мы делаем, что нам угодно. Стой! Ты не пройдешь здесь! Помогите кто-нибудь! Не подходите! Не забывайте за свои грехи! Что ты должен? Стража! Тебе не удастся открыть! Стража! Помогите! Кто-нибудь помогите! Отрубил голову! Тебе не уйти! Бери, я не мижек. Тебе конец! Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой. И еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Что мог сделать такое? Какой кошмар. Ты что-то хочешь сказать? Не понимает, чего он хочет добиться. Смеешь красть у меня на глазах. За это ты поплатишься жизнью. Помогите! Ты за свои счастья умрешь! Ты от меня не уйдешь! Я! Со мной Аллах! Отдавайся! Эй, Юхаль Муртад!
Хватит бегать! Тебе все равно не уйти! Ты щелок! Я отсеку тебе голову! Вернись сюда! Стража, остановите его! Тебе не уйти! Ты уже не понимаешь этого! Он активно командам бастер! Этот человек убийца! Стражи, туда! Богу, ты спас меня! Весь город узнает о твоем подвиге! О нет, только не опять. Это не добрый знак. Кто мог сделать? Это больно! Перестань! Умри, вор! Ну, помогите же! Ты смеешь красть у меня на глазах! За это ты поплатишься жизнью! Прекрати! Ты делаешь мне больно! Тебе нельзя здесь находиться. Нет, вор! Грязный вор! Что ты сделала? Он убирается в своей пути! Умри! Тебе не уйти! Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! Что тут стряслось? Во имя Аллаха! За ним! Когда они поймут, что насилие им не чёрт? Как остановить это? Пора умирать! Мы разберемся с ним! Ты всегда не спрячешься! Аллах, мы их задержим! Оттуда выхода нет, ему конец! С дороги, чертова отродья! Хватит бегать, тебе все равно не уйти! Видел его! Держи его! Он не уйдет! Аллах, но есть... Умри, неверный! Стоп, я вовремя! Недобрый человек! Он устает, хватайте его! Что ты делаешь? Иди прочь! Его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы не сюда! Дать ему возможности сделать это. Не потеряйте его! Он всегда был нашим. А вы ищите все. Защищать его. Сюда! Не потеряйте его! Кто мог сделать такое? Как я мог его упустить? Я прошу всего лишь пару монет. Нет, умоляю, не уходи. Думаете, кто-то гонится за ним? Он точно кого-нибудь шибет. Не стоит ему так бегать. Что его так напугало? Оставь меня в покое! Кто же? Ты мог ушибить меня? Он кого-нибудь убьет.
Лучше он сам тебя нигде разобьется. Не найти. Я вовсе не собираюсь ему помогать. Странно, никогда раньше не видел ничего подобного. Ты это сюда, позволь показать тебе весь мой товар. Пошел прочь! Что он делает? Не трогай меня, пожалуйста! Служишь ложному богу. Ни в чем не виноват. Зачем ты это делаешь? Людей этой мерзости, богохульник! На помощь! Помогите кто-нибудь! Алло! Куда ты? Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Да, ну и времена настали. Он трус. Если бы не деньги, я бы давно ушел. Ты или слепец, или глупец, или все вместе. Почему ты так говоришь? Ты не видел, что произошло? Нет, видел. На наш караван напали, и он сбежал, ничего не сделав. Нет, не сбежал. О чем ты говоришь? Ты помнишь, что случилось с двумя атаковавшими нас? Их убили наши лучники, хвала Господу. Не лучники, а он один. Хочешь сказать, он спас нас? Да, он поднялся на возвышенность и застрелил врагов из лука. Я не знал. Этот человек – мастер-лучник. Запомни это.
Ты умрешь. Еретик! Тебе не уйти! Ты у меня на пути! Не потеряйте его! Он нашел себе силы. С дороги! Нет, давайте, не дайте ему! Тебе не уйти! Не дайте ему уйти! Кто-нибудь видел его? Вот он! За ним! Он встает! Хватайте его! Будь проклят, христианский король и его армия неверная! Не уйти! Нет, неверному! Прочь с дороги! Ты от меня не уйдешь! Тебе не уйти! Обыщите все с дороги! Сюда! Странно, никогда раньше не видел ничего. Вот он! Что ты делаешь? Иди прочь! Отставать! Нет! Что он делает? Тебе не сбежать! С дороги! Чёртова дороги! Ты от меня не уйдешь! Это кончится плохо. Ничего себе, он где-то тут. Давайте бежать, тебе некуда! Бесполезно. Здесь его не найти. Будьте бдительны, друзья. Шайтан всюду вокруг нас. Смотрит, ждет, искушает нас. Будьте сильными. Сильными, как Салах ад-Дин. И сражайтесь с врагом так, как можете. Слава Салах ад-Дину! Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации! Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления! Неверный король хочет перебить нас всех до единого! Мы должны защищаться! Будь проклят, христианский король и его армия неверных! Они как пошли странно. Против он воли Бога, и они заплатят за это! Лишь страдания и боль остаются там, где проходят они! Они говорят, у них высшая цель какая? Невежество? Насилие? Безумие? Мы должны дать им отпор любой ценой! Для чего он это делает? Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы не должны дать ему возможности сделать это. Этот город наш, он всегда был нашим. И наш долг защищать его до самой смерти. С севера идет английский король и его... Армия неверных! Смерть и ужас несут они нам! Салах ад-Дин скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния! Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой! Огонь войны пожирает землю! Доставай кого-нибудь полегли, другого! Защищая свой дом! Трагедия, скажете вы! Но я говорю, слава! Умереть в служении Господу! Сражаясь за то, во что мы верим! Нет участи славнее! Здесь найдешь все, что тебе нужно, друг. Здесь вы найдете все. Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного? Поверь, здесь такого не случится. Мир тебе, Альтаир.
Непростые времена настали нынче, а? У меня куча неприятностей. Мне нужно было расследовать исчезновение людей в богатом квартале. Но приспешники Талала меня заметили, и теперь мои дела плохи. Ты сможешь убрать их с дороги. Взамен я кое-что тебе расскажу. Здесь найдешь все, что тебе нужно, друг. Абсолютно все. Зачем он это делает? Могу тебе помочь, пожалуйста, не стесняйся. Здесь все, что нужно. Подходите, смотрите, вы останетесь довольны. Что-то понравилось. Здесь все, что нужно. Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного? Поверь, здесь такого не случится. Отрублю голову! Это добром не кончится. Я тебя поймаю! Что-нибудь приглянулось? Добром это не кончится. Верный! Сейчас ты умрешь! На помощь! На помощь! Я! Спаси меня, ладно! Это я же видел! Я! Покажись! Его нужно остановить, пока он не расшибся. Бедняга. Кто видел, что здесь было? Очень странный тип. Ужасно. Все милости, Ванна. Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного? Поверь, здесь такого не случилось. Землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия! Слышите выпуск, но я здесь говорю... Здесь все, что нужно! Право! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим, нет участи слабнее. А? Убийца разбудил. Покажись! Убейте его! Это не дело. Не могу покоя, что за место. Что случилось с бедолагой? Кто это сделал? Подходите, смотрите, вы останетесь довольны. Ужас. Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного? Поверь, здесь такого не случилось. Ужасно. Бедняга. Искушает нас. Кто это сделал? Кто это? Будьте сильными. Сильными, как Салах ад-Дин. Где тот, кто заварил эту кашу? Бедняга. Огонь войны пожирает землю. Это недобрый знак. Защищая свой дом. Где тот, кто заварил эту кашу? Скажете вы, но я говорю... У нас под боком ходит убийца. Убийца разбунивает мысли. Альтаир!
Ты смог устранить тех, кто заметил меня? Прекрасно. Вот что я узнал про Талала. Это известный работорговец. Он занимается своими темными делами в северной части города. Стражникам он платит дань, так что те на все смотрят сквозь пальцы. Но теперь я уверен, совсем скоро его постигнет незавидная участь. Спасибо тебе, Аль-Таир. Увидишь, тебя отрубят руки. Ты смеешь красть у меня на глазах. За это ты поплатишься жизнью. Ну, помогите же! Ты заплатишь за свои грехи. И за чего не дерутся? Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! Что здесь происходит? Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Похоже, он куда-то спешит. Английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Шайтан всюду вокруг нас смотрит, ждет, искушает нас. Будьте сильными, сильными, как Салах ад-Дин, и сражайтесь с врагом так, как можете. Убирайся, чернь, пока цел. Грязный вор! Огонь войны пожирает землю. Ты заплатишь за свои грехи! Будьте с дороги! Чем я буду делать? Скажите вы! Я говорю! Обыщите все! Умереть в служении Господу! Сюда! Сюда! Слово, что мы верим! Нет участи слабнее! Кальбурая! Я стою перед вами! Вот он! Дай петь ты, Нону! Он нашел в себе силы встать на защиту.
защиту нашей великой цивилизации. Его здесь нет. Знайте. Он поищет в другом месте. Все дабы избежать истребления. Неверный король хочет перебить нас всех до единого. Мы должны защищаться. Будьте бдительны, друзья. Шайтан всюду вокруг нас. Чем я бойный, не пистёрный? Вовремя подоспеть. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. О, нет, это ужасно. Ты и правда очень мудр, раз решил уже не жить, как угорел. Я позову стражу, клянусь! Убирайся! Голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Кажется, за ним кто-то гонится. Должно быть, бежит от кого-то. Ты что-то хочешь? Тебе что-то нужно? Просто врезался в человека. Что это с ним? О, нет! Странно, зачем ему это? Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Сделай же что-нибудь! Да кто ты такой? Неверный! Умри, неверный! Стража! Он только что убил человека, я все видел! Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. О, Боже, как такое могло случиться? Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яффу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Почему он носится? Интересно, что он затеял? Он не уйдет! А что он? Я ни в чем не виноват. Откуда вы заданете ему конец? Нет! У меня нет ни малейшего шанса! За мной, Аллах!
Я уже проиграл, даже если и не проиграл. Я не учился. Остановите его, пока не поздно. Нет! Ты видел этого убийцу? К неверному! Отрублю голову! Олах! Стража, убийца! Это недобрый знак. Стража, куда? На помощь! Помогите кто-нибудь! Кто видел, мы подлинные дети Аллаха! На помощь! Помогите кто-нибудь! Он только что выживет! Даже если не понимает! Беги, пока мы! Тебя не убью! Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Кто мог совершить такое? Аль-Таир, похоже, у меня появились враги. Аль-Муалим попросил меня проследить за работорговцем, но он заметил меня, и теперь я должен скрываться от его людей. Мне нужно выбраться из города. Помоги это сделать, и я расскажу тебе все, что я знаю. Неверный! Неверный, умри! Примет Аллах твою душу! Пощади, прощай! Не подпускай их ко мне, Аль-Таир! Гнусный неверный! Что? Меня! Он принес тебя за это! Стража, остановите его! Спасибо, брат. Возьми эту карту, на ней указаны места, где обычно прячется Талал. Пригодится, если этот трус решит бежать, а не сражаться. А зная его, я тебе скажу, что он так и сделает.
умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. Кто-нибудь твоим услугам. Люди, подходите. Посмотрите на мои товары. Что заставляет его делать это? Только пару сегодня. Монет. Скидки вот на все товары. Пару монет. Сюда, подходите. Посмотрите на мои товары. Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного? Поверь, здесь такого не случится. Неужели это сам Альтаир? Какая честь для меня. Наверное, у тебя очень важное задание. Может, я смогу помочь? Из многочисленных сплетен мне известно многое, но я сам сплоховал. Мне нужно было доставить флаги Масиафа, но по дороге на меня напали бандиты. Ты отыщешь их. Мне нужно быть на месте, когда наставник вернется с базара. Так что ты должен быть быстр, как ветер. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Вы глазам своим не поверите. О чем он только думает? Зачем он это делает?